Мало кто из водителей радуется сотруднику ГИБДД, который направляет в его сторону жезл. Такая остановка вряд ли предвещает что-то хорошее, думают автолюбители. Для них это только дополнительная трата времени, а возможно еще и штраф. Правила дорожного движения не нарушаете? Ну, иногда бывает. Да, да что? Да. Зачем? Ну, за 50-то почти лет-то можно. Да, у вас водительский стаж очень большой. Сейчас, очень. Минуточку, я вас проверю. Там оплачено есть. Некоторые водители сохраняют спокойствие, а другие выглядят растерянными и раздраженными, ведь они уверены в том, что правила дорожного движения не нарушали. Да мы не нарушим вроде тоже. А как вы думаете, зачем вас остановили? Не знаю. Но когда водители узнают, по какой причине их остановили, от былого смятения и настороженности не остается и следа. Сегодня у нас необычная акция. В преддверии 23 февраля госавтоинспекция Оренбургского района поздравляет всех мужчин наступающим праздником. Желаем вам крепкого здоровья и безаварийных дорог. Такого приятного сюрприза мужчины-автолюбители не ожидали. Особенно водителей порадовало то, что эту праздничную акцию проводят не грозные сотрудники ГИБДД, а очаровательные сотрудницы. Конечно, в ГИБДД у нас это мужской коллектив. В основном у нас девочек очень мало. Но тем не менее, девочки также наравне с мальчиками работают и на дорогах, и в рейды ходят. А вот сегодня у нас такая акция красивая, совместно с 10-м батальоном. Мы ее с девочками проводим, так как в 10-м батальоне тоже мало девочек, одни мальчики. Мы ее проводим на улицах нашего города. Мы поздравляем мужчин, автолюбителей с таким прекрасным, замечательным праздником, как 23 февраля. Десятки водителей остановлены в этот день сотрудницами ГИБДД, но уехали они от них не со штрафом, а с подарками и хорошим настроением. Все нормально, спасибо. Настроение отличное, впечатление тоже отличное, очень приятно. Когда люди в форме становятся ближе к народу, тем более к водителям, это всегда приятно. И взаимоотношения водителя и сотрудника ДПС должно быть, знаете, какое семейное, можно сказать, чтобы мы себя не чувствовали за рулем убегающими от инспектора, а инспектор не ощущал себя нас ловящим. Должно быть взаимоуважение, любовь, добрые отношения. Кстати, открытки для водителей сотрудницы ГИБДД придумали сами. В них стихотворение с пожеланиями, главное из которых – быть внимательным на дороге. Дарья Киреева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».